Не могу доводить до конца начатое дело. Хочу писать, начинаю, пишу какое-то время и останавливаюсь. Вот, здесь первое. Либо какие-то шаблоны, которые вас тормозят, надо с ними работать. Второе. У вас есть офигенные навыки контроля, усидчивости, заставления. Вот и потратьте эти ресурсы, заставить себя довести свой импульс до конца. То есть те желания, которые вам навязаны, если вы не хотите их делать, потому что не хотите, нету интереса, там нету энергии, там работа ваша впрок не пойдет, потому что это чужие желания. Их и бросайте, и не парьтесь. Вы должны заниматься тем, что хочется. Но если вам действительно хочется, вы это никогда не бросите. Задумайтесь, почему я начал, да, и почему у меня пропало желание. Там либо какой-то шаблон, либо вы не можете наслаждаться, то есть не умеете наслаждаться жизнью, не хотите. Вот, например, я хочу... Чё я хочу? Я даже не знаю, что я хочу. Говорить сейчас с вами, да? Нет, это не такой неинтересный пример. Когда я говорю жить по импульсу и по желанию, это имеется в виду, у меня появилось желание что-то сделать творческое, новое, непонятное вообще. Я не пробовала это делать, и мне интересно. А вот как раз когда я не пробовала, и это новое, и мне интересно, это и тот толчок и пинок вас, который помогает начать работу. А дальше вы должны что включить? Вы должны включить биту над головой себе и бить себя по башке, если вы пытаетесь от этого отказаться всяческими способами. Вы должны заставить себя делать то, что пришло к вам по вашему желанию, именно по вашему, не навязанному желанию, а именно вашему импульсу. А мы ленивые жопы, вот просто жестко ленивые жопы. Можно так на диване, блядь, всю жизнь жить, лежать, ничего не делать. Но энергия возникает только во время работы. Заставляйте себя делать и пинайте. Ребенок очень упрямый и делает все, что хочет, а меня это выводит из себя. Ну, потому что вы не можете себе позволить этого себе. Потому что вы уже взрослые, у вас куча шаблонов, которые вас тормозят это делать. А у ребенка еще нет этих шаблонов. Он просто делает и все. И его упрямство, его офигеть как двигает. Двигать, делать, что он хочет. Двигать его желание. Он берет и делает. Это хорошо. Все ресурсы нам нужны. Просто вы, блин, научитесь их правильно использовать. Тоже упрямство. Упрямство в своей правде — это херово, потому что это только одна точка обзора, и вы, ну, не всю картинку целиком видите как истину, а видите какую-то одну грань, зациклены и себя этим тормозите. Но упрямство доделать свой импульс и желание — это офигенно, это будет офигенный ресурс, который уже не будет вас тормозить. То есть возьмите, рассматривайте каждый ресурс. Я считаю, надо заставить свою жопу делать. Хотите красивое тело — это импульс. У меня желание, красивое тело. Не потому, что там кому-то понравится. У меня все хорошо, я всем нравлюсь. Там, допустим, ну всем не понравишься, ну кто мне нужен, да, я им нравлюсь. Я хочу красивое тело для себя, мне комфортно в нем. Мне надо поднять свою жопу и тренировать его. Почему нет? Это мое желание. Почему я должна придумывать кучу отмазок, почему я не хочу это тело красивое? Вернее, не тело красивое, а делать для этого что-то. Но если у меня желание, чтобы полюбить себя, потому что сейчас я себя не люблю, то здесь надо не с телом работать, а сначала с любовью к себе, а вот только потом уже с телом. То есть закрывать затыки красивого тела, вернее, затыки нелюбви к себе красивым телом, да, это путь в никуда. Но когда вы себя любите и просто идете уже делать красивое тело, что вам по кайфу, это уже другой вопрос. То есть какого состояния вы это делаете, да, для чего, какой мотив? Дела доделывать не нужно, если они перестали вам приносить удовольствие. Но если у вас есть мотивация и красивое тело — это удовольствие, тогда вы должны заставить себя из-под палки это сделать. Так, вот сейчас с примером про ребенка меня осенило. Меня бесит, что они меня не слушают и делают, что хотят, потому что я себе этого не позволяю. Ну, конечно, дети — это вообще наши офигенные, прекрасные учителя, наше продолжение, наше зеркало. Дети — это наша любознательность,
наш ресурс, то, как мы смотрим на мир и идем в новое в жизнь. Дети — это тот интерес, который нас может пинать в жизни. Если ваш интерес, вон, они себя пинают, вам срочно нужно в себе этот ресурс рассмотреть и научиться себя пинать. Пинать, идти и доделать то, что вам нравится. Давайте еще раз вот про красивое тело все-таки. Все дела, которые вам перестают нравиться, вы не должны их доделывать. И это очень много эфиров у меня было про то, что дела доделывать не нужно и заставлять пилить своего внутреннего ребенка, доделывать то, что вы не хотите. Но если красивое тело — это для вас удовольствие, оно еще не прекратилось, и вы хотите красивое тело, вам нужно заставить себя его сделать. Понимаете? То есть удовольствие, желание... вот этого конечного результата, это либо, даже не так сейчас скажу, подождите. Короче, вы должны понимать разницу между тем, хотите ли вы достичь вот этого результата, или этот результат перестал приносить вам удовольствие. Например, я начала шить платье, и само шитье мне не приносит удовольствия, бросать или не бросать. И здесь я должна посмотреть на конечный результат. Я действительно хочу это платье или нет? Если я его хочу, я должна заставить себя его делать, потому что оно принесет мне удовольствие, это мой импульс, мое желание. А если я дошью это платье, что-то изменится или нет? Я его не буду носить, значит, я не должна его дошивать. То есть вы должны понимать, где нужно себя пинать, а где надо выкинуть это недоделанное дело и не пилить себя, и не заставлять доделать то, что вам нахрен не нужно. Вот здесь вы должны видеть разницу. То есть спросите, вот сейчас я веду бизнес. Бизнес мне ни хрена не нравится. Я хочу его бросить, там, работаю. Она меня бесит. Мне нужно доделывать эту работу или не нужно? Нужна мне эта работа или не нужна? Сделает она меня счастливой или нет? Какого конечного результата я жду от этой работы? Получу я там дофамин этот или нет? Все-таки этот гормон счастья. И если это действительно ваша цель, ваша мечта, то вы должны себя заставить. Упрямство, усидчивость, контроль. Вы должны себя заставить и проделать эту работу, потому что именно работа вызывает в вас ту энергию, да, и вот это напряжение, которое вам потом даст расслабление, принесет вам вот это счастье. Потому что счастье — оргазм. А оргазм сначала напрягся, а потом расслабился. Но как вы получите этот оргазм без напряжения? Вы не сможете расслабиться. Как я расслаблюсь, если я не напрягался, блин? Поэтому вы поймите, действительно вам эта работа нужна, или вы хотите ее поменять? Вот это конечная цель. Ну что, вот я сейчас работаю, а чего я добиваюсь? Если в конце это платье будет офигенное, я прям буду ходить в нем гулять, я должна заставить себя дошить. И я буду реально счастлива и насладиться этим процессом, пока вы к этому платью, блин, ножками своими и там ручками идете. Но если я понимаю, что я все равно его не буду носить, оно мне уже не нравится, дизайн не нравится, хочу другое, и вообще мода поменялась, и мне это не нужно, я уже потолстела, там похудела, мерки не те, то дошить ради того, чтобы просто дошить, это не нужно, вы просто потеряете время. То есть найдите, пожалуйста, разницу, понимаете? То вы стоите всегда, блин, одни уперлись в то, что я вообще ничего не буду доделывать, и вот за эти полгода просто жизнь в жопу ушла, потому что вы просто обленились. Мне не по импульсу, так и слышу. Я не хочу на курсе Нелли разбирать шаблоны, потому что мне не по импульсу. Алло, у тебя какая конечная цель? Расширить свое сознание? Тебя это будет радовать или нет? Если нет, так уходи нахрен вообще, зачем ты? Ну не доделывай ты эти дела. Но при этом... делать ничего не по импульсу, напрягаться не по импульсу, да, но при этом хочется расширить свое сознание и решить свои проблемы. Так ты определись. Тебе хочется достигнуть расширения сознания там, и решить свои проблемы? Тогда напрягайся. Если тебе не хочется, то бросай сейчас и не ной, смирись, прими, что вот у тебя сейчас вот такое состояние, и просто наслаждайся тем, что есть. Нет, ну, блин, мы хотим... А делать для этого ничего не хотим, напрягаться мы не хотим. Ну, извините, вы и не расслабитесь тогда, и вы не получите этот гормон счастья, потому что, ну как, где вы оргазм видели на пустом месте? Нет, такого не существует. Вам природа подсказывает просто, что делать, а что нет. Поэтому напрягаться — это круто, работать — это круто, без работы невозможно просто жить. И
говорить мне не по импульсу на любые свои действия, это пипец просто. Это же, ну, насколько вы там дотрансформировали, что вы просто инфузориями туфельками стали. Вот я смотрю на многих, просто угораю. Блин, да скучно же так жить. Так, я сегодня прочитала определенные слова «дисциплина». Это выбор делать то, что ты очень не хочешь, чтобы получить то, что ты очень хочешь. Да, согласна, дисциплина — это тоже как ресурс. Но вы должны понимать, что ваше напряжение приносит вам оргазм, и учиться наслаждаться процессом, а не только конечной целью. Если вы будете использовать только конечную цель и напрягаться, теряя свои силы и ресурсы, вы можете этой цели вообще не добиться, потому что вы всю энергию на дороге потеряете. Поэтому помимо того, что вы стремитесь и что-то, что-то делаете, да, работаете для этой цели, вы должны еще и наслаждаться, блин, тем, что вы делаете. Либо придумывать, а как сделать так, чтобы мне это нравилось хотя бы. Так, человек думает, что знает, что ему будет тяжело, не зная того, что тот же спорт или работа кайф приносит при определенном интересе. Мозг уводит в лень. Да, согласна. Вот, блин, прям крутые слова. Это мы же сами мозгом придумываем. Фу, блин, лень и так далее. Реальность подтверждает наши убеждения, конечно же. Блин, ну когда я горю тем платьем, которое хочу сшить, сам процесс, какой бы он рутинный ни был, просто швея там, портной, тра-та-та, я люблю шить. Давно не шила, но пример вот из прошлого привожу. Какая бы эта рутина ни была, я с таким удовольствием эту работу работаю днями и ночами, просто напрягаюсь, у меня не получается, я психую, но при этом я параллельно испытываю, офигеть, какие чувства вот этого кайфа процесса. Вот, если вам действительно нравится конечный результат, то и сам процесс вам будет тоже нравиться. Спорт точно так же. Кто-то сейчас культивирует спорт как офигенный процесс, кто-то для того, чтобы сделать красивое тело, мнения разделились. Но все зависит от тренера. Если он вас замотивирует наслаждаться процессом, то вы и процессом будете наслаждаться, и тело получите классное. Если тренер вас не замотивирует офигенно наслаждаться процессом, для вас это будет рутина. Да, вы добьетесь красивого тела, но не особо будете счастливы во время тренировок. Можно научиться получать удовольствие от любой работы. Можно. Вопрос уже в желании. Телу хочется тренироваться, просто мы его не слышим. Да, согласна. Телу хочется работать, оно не может без движения, ему все время нужно что-то делать, рукой двигаться, либо она атрофируется, блин, глаза должны смотреть, волосы расти, рот жевать, все должно что-то делать. Да, слышим, когда суставы захрустят, согласна. Да, зачем себя доводить, пока суставы захрустят? Надо поддерживать состояние тела тоже. Все-таки мы взяли это тело погонять. За машиной ухаживаете? Ухаживаете. За домом ухаживаете? Ухаживаете. А почему за телом мало кто ухаживает? Разленятся, животы отрастят. А телу очень нужны тренировки, да любые, хотя бы какая-то утренняя гимнастика, привычка новая. Вообще человеку нужны новые привычки. Мы все живем в старых привычках, очень много этих привычек, боже мой, каких пагубных просто. И недавно какого-то психолога послушала в сторис, реклама вылезла в Инстаграм, или это было в Клабхаусе. Нет, скорее всего, в Инстаграм. Буквально три предложения сказал, что, ребята, ходить вот во всякие там прошлое, заниматься прошлыми жизнями или в детство, или там родителей, можно. Но путь сложный достаточно, нужно знания определенные с кем-то. Самый эффективный способ, и я с этим соглашусь, это выработать просто новые привычки, заменить одни привычки на другие. И вот это, вот, наверное, самый эффективный способ.
Ты планируешь свой день или спонтанно? Спонтанно, конечно же. Я не могу планировать свой день. У меня не получается. Я пишу цели, потому что люблю писать, но не смотрю на них, не перечитываю, потому что... Тоже лень. Забываю. Не, ну у меня есть какие-то вещи, которые я хочу осуществить, и я их записываю. Например... У меня есть сейчас цель возле дома найти бокс или кикбоксинг, или, может быть, что-нибудь покруче. Вот, какие-то единоборства. И вот я сейчас, если не запишу, я все время забываю это записать. Я так и забуду, да? Надо записать и просто хоть какое-то действие совершить. Потом залезть в интернет, покопаться. Ну, то есть, ну, нужно что-то записывать. Я раньше очень любила, как козерог, делать планы планов. Планы на год, планы на месяц, планы на неделю, планы на день, на все. Сейчас я просто мысль пришла, там цель, желание, план, неважно. Я просто или через запятую, или в каждой строчке в блокноте пишу. А потом периодически, раньше каждый день, сейчас раз в неделю, заглядываю, выписываю, что уже сделала, и записываю что-то новое. Иногда, когда уже не знаю, что делать, скучно, и я открываю блокнот и смотрю, какие у меня там желания были, там, в кино или в театр или еще что-то, я прям беру, вот что я сейчас могу сделать из этого списка, иду и делаю. То есть не каждый день этим пользуюсь, периодически, но не заставляю себя гнаться за этими целями, гнаться за желаниями. Иногда хочется просто расслабить мозги и вообще не опариться ни о чем, идти, куда глаза глядят, там, ехать тоже, гулять спонтанно. Подскажи, как заставить себя пнуть, ну, найти мотивацию, чего ты хочешь, расписать свои желания. Ты хочешь красивое тело, да? Все, уже желание возникло, придумай, что начать делать по красивому телу. Может быть, каждый день лежать на валике, чтобы у вас осанка была, плечи, шеи, все, блин, прекрасно было со спиной. Вот, лежать на валике 15 минут в день, или там 10, 5 минут поначалу в день, там 3 минуты даже в день. В день 3 минуты, боже мой, ну неужели на валик 3 минуты нельзя выделить? Зато у вас будет офигенная спина, офигенная шея, и вы будете ходить очень красиво. И у вас мало чего болеть будет. Давайте, валик творит чудеса. 3 минуты. Либо что вы там еще с телом хотите пнуть себя? Научиться красивой походке. Да, скачайте, пожалуйста, эти видяшки и начните практиковать. Постойте 5 минут в день с книгами на башке возле стенки и попробуйте просто с ними походить. Ну, еще 3 минуты. Хотя бы вот такое упражнение, ну, это же не так сложно. Тренируйте новую привычку. Когда вы себя будете заставлять, как минимум месяц, там, 30 дней заставлять будете себя делать через силу, потом это будет автоматически. То есть привычка от ежедневной системности встроится сама, и потом вы будете это делать, не прикладывая никаких усилий. Но для этого привычку, чтобы выработать, нужно заставить себя. А чтобы заставить, придумайте для себя мотивацию, для чего вам это нужно. А как еще по-другому? Никто вас не может пнуть, пока вы вот сами не поймете, что все, жить так, как я жил. Я хочу другое тело, блин, которое меня будет устраивать. Я хочу другие мозги, которые меня будут устраивать. Я хочу там здоровое тело, которое меня будет устраивать. Я хочу то, все. А тело, особенно здоровье и деньги, между прочим, прямо пропорциональны вашим желаниям. То есть если вы начинаете работать с вашим телом, с вашим настроением, с вашим здоровьем, у вас есть деньги. Но денег нет, когда вы застреваете и ничего не делаете, живя по старым привычкам. Кстати, книга про деньги как раз об этом и говорит, о том, что, ребят, если у вас нет денег, то и на курсах даже работать с вами неохота, потому что денег нет только у тех, кто не хочет идти в перемены. А смысл с вами работать, если вы все равно не сделаете того, что я вам скажу. Вот. А люди, которые готовы сделать что-то для себя, заставив, да, у них будут деньги. Потому что деньги не приходят от работы, они приходят от ваших действий и желания идти в перемены, и желания заставить себя пойти в эти перемены, пойти в неизвестное,
пойти в какие-то свои страхи, пойти и сделать то, что вы не делали. Если вы к этому готовы, деньги случайным образом придут, вот прям случайным. Вы очень сильно удивитесь, как только будете готовы начать что-то делать, вы удивитесь, что откуда у вас деньги на карточке. Начинают возможности приходить. Приходит какой-то мужик, начинает вам подарки это дарить непонятные, блин, любви признаваться и деньги сувать. Тут кто-то случайно вам там какую-то сумму подарит, тут день рождения возникает, тут какой-то праздник, тут у вас случайно найдется какой-то хлам, который продается на Авито и приносит вам хорошие деньги, и вы такие, блин, раз, и офигеете от того, что случайным, не случайным образом цепочка событий начинает складываться, и приходят деньги, но только тогда, когда у вас есть решимость пойти и что-то менять, что-то делать, заставлять себя делать для себя что-то, понимаете, не для других, для себя, поправочка. Поэтому люди, которые говорят, у меня нет деньги, поэтому я не пойду к тебе на курсы, хорошо, смысла от курса никакого не будет, потому что ты просто не готов идти в перемены. А если ты не готов, от курса никакого толку не будет, подарю я его тебе, не подарю. Не будет. Поэтому все взаимосвязано. Так, опять я куда-то в сторону ушла. Хотела уйти кофе пить. Так, дочитаю сообщение. Не надо себя пинать. Сделать немного, потом ощутить легкость тела, ушедший стресс. Смотрите, сделать немного. Я так думаю, что придется много сделать. Все-таки для привычки нужно определенное N количество дней. Вот, и пережить эти дни, это нужно много силы, это нужно много упорства, это дисциплина действительно нужна, это нужно контроль. Я, например, очень многие вещи не могу заставить себя делать и выработать вот эту дисциплину. Честно признаюсь, у меня есть куча вещей, которые я хочу сделать, но не могу себя заставить, и это прям реально сила воли нужна на это. И, ну, если я это сделаю, пипец, оно потом встроится автоматически через определенное количество действий, да, действий, времени, количество там сделанных этих шагов. Все, потом будет на автомате. Ну, пнуть себя. Значит, недостаточно замотивировала, недостаточно это хочу, либо шаблон. Надо рассматривать шаблон. И что мне мешает себя пнуть и начать делать то, что я хочу? Просто записаться на тот же бокс, который я хочу возле дома, да, я пытаюсь уже второй месяц пытаюсь. Мои попытки лишь в голове, вот, а не в действиях. Да, аж собой смешно. Ржу, вот я себя и поймала. Да вообще еще лентяйка, знаете, какая, боже мой, других мотивирую, сама ленюсь. Не, ну я много чего и делаю. Я очень много перешагиваю через свои какие-то нехотелки, да, иду делать. Вот, но просто у меня слишком, наверное, много желаний, я все не успеваю, опять же, отмазки сейчас, видите, много желаний, не успеваю. Короче, надо еще уметь пользоваться ресурсом, расставлять приоритеты. Учиться. Так, сейчас дочитываю, что тут еще есть. Я сегодня впервые записала сторис, где я что-то говорю, собираясь долго. Казалось, такие эмоции испытала. Да, даже сторис записать, там выйти в прямой эфир, сесть написать посты. Я могу неделю собираться, и оно все не идет, знаете, так со скрипом. Потом садишься и сразу 10 постов в 5 минут, и думаешь, блин, ну почему я так долго собирался? Почему? Вот, короче. А может, бокс — это не ваше желание ложное? У меня желание не просто боксом заниматься, а любым каким-то интересным занятием. Может быть, это кикбоксинг, может быть, это карате, кёшинкай, да? Правильно? Не помню, блин, название, вот что-то похожее, занималась. Вот, и я понимаю, как это все интересно. Ходить в качалку у меня не получается, я уже и абонементы брала, и месячные, и годовые, и полугодовые, все это у меня просто лежит,
мне неинтересно. Я даже с тренером занималась, ну, вообще с этим железом, это не мое. Мне нужно что-то вот реально. Танцы тоже не мое. Мне за 10 лет занятия танцами в школе и потом в университете, вот здесь, вот в печенках, танцы тоже, я вот не хочу ими заниматься. Я ими прозанималась с детства, я не хочу танцами заниматься. Я хочу что-то такое, вот прям грушу побить, попинать, не знаю. Это же, блин, классно пары выпускать. Не обязательно бокс. Любые какие-то занятия и тренировки, которые будут шевелить мое тело. И все. И чтобы тренер красивый был. Чтобы он мне прям очень нравился. И чтобы он прям такой был классный. Вот. Помню, когда пошла на Кёшинкай. Блин, как он там назывался, я не помню. Тетка была до того мерзкая. И почему-то она меня не любила, постоянно троллила. Я прям ее возненавидела, и я ушла. Вот, и у меня от этого карате отрубило надолго. Вот, из-за мирского тренера. Поэтому, если вы чем-то занимаетесь там с людьми, то вы должны, наверное, любить людей. Грушу, мешок можно купить домой и повесить. Будешь колотить по желанию. День, два, три, неделя, раз в месяц, раз в год. И потом она прорастет пылью. Нет, мне надо жопу отрывать, ходить, и чтобы тренер со мной занимался, потому что я жопа ленивая. Вот, груша, она просто вот прирастет где-то, корни пустит. Нет, не мой вариант. И главное, чтобы это было недалеко от дома, потому что ездить для меня — это тоже самая супер-классная отмазка. Ехать далеко, время терять не хочу. А вот тут из дома вышел, и пожалуйста. Вот я бы каждый день вставала бы с утреца и шла бы на тренировочку. Так, боялась всю жизнь выходить на сцену. Помню, о тебе согласилась дважды... А помню о тебе согласилась дважды выступать с групповыми... С групповым танцем. Так, подъем сил. Через неделю привалила сумма круглая. И мозг убедился, что работает так, как ты говоришь. А если вы еще выработаете привычку замечать причинно-следственные связи, то есть у нас есть привычка, шаблон, да, что деньги приходят от работы. Мы этот шаблон подтверждали всю жизнь. Все друзья, знакомые, родители, и мы сами себе этот шаблон постоянно подтверждали. Но как только вы начнете замечать, когда вы сделали какую-то работу, работа — это не на работе, в привычном там объяснении, где нам платят зарплату. Нет, любую работу, творческую, там, хоть какую, короче, где вы произвели какое-то механическое действие. Дома, на улице, поплясали, потанцевали, выступили, пошли там в страхи свои, в новые, в неизвестные, и где-то что-то сделали, чтобы воплотить ваше желание, фантазию там в жизнь, в материальное. То есть вы взяли и сделали это каким-то образом. Вот, и увидели следствие, раз увидели, два, три, и потом привычка вырабатывается, и новый шаблон возникает, новая привычка, что деньги приходят от вашего трения с этой жизнью, трения с вашими желаниями. Не с той работы, которая для вас привычна, где зарплату платят, а именно с работой, где вы исполняете как творец какое-то желание свое. Раз заметили, два заметили, три подтвердили, подтвердили, подтвердили. Потом этот шаблон работает на автомате. Что бы вы ни делали, везде будете видеть от своего творчества деньги каким-то, блин, задним непонятным числом. Потому что наш мир — это многомерная, бесконечная реальность, которую мы проживаем одновременно везде. Этот квант, наверное, находится во всех событиях, каких только можно. И прошлого нету, будущего нету, ничего нет. Прошлое складывается из воспоминаний, вот, точки здесь, сейчас, чтобы оправдать вот этот сегодняшний момент, вот этот сейчасный момент. Поэтому при чем тут работа вообще? При чем тут деньги вообще? И денег вы тоже не должны хотеть. Хотите желания, тогда вам еще проще жить будет. Деньги — это как побочный эффект, что ли. А я тренажерку тоже не очень люблю. Зашло боди-памп делать и вообще дома. Нет, дома для меня вообще не вариант. Купила себе инвентарь, в нете полноценных часовых тренировок, работает все тело. Юля, у вас мозги заточены на работу, а у меня на лень.
Не нужно, чтобы меня пинали. Я себя очень классно чувствую, если я поднимаю свою задницу, одеваюсь и куда-то иду. И вот там уже со мной делают, что хотят. Там я рисую, там я леплю, я там макраме занимаюсь или там, каким-то спортом, неважно. Каким-то спортом или еще что-то. И меня там пинают. Вот, тогда я себя офигенно чувствую. Вообще не мой вариант дома. Что насчет тверка? У меня жопы нету для него. Не хочу. Не нравится. Так. Зачем вообще вонючая тренажерка и потные тела? Хожу пешком, гуляю в горы, свежий воздух и 0 рублей. Крутяк. Согласна. Тоже согласна. Помню, у меня был парень, который каждое утро сажал меня в машину. Мы ехали до какого-то леса каждый день, блин. Ну, были, конечно, моменты, когда он там день был занят, но редко, потому что работа у всех была... Я вообще безработная была, а у него работа на расстоянии, то есть его не нужно было на работу ходить. И мы ехали в лес, в горы, на речку, рыбалку, палатки, вся фигня. И я не знаю, год жила... просто в состоянии вот в таком природно-лесном, и восхождения были, что-то кому не делали. Вот, я, наверное, вот за такое тоже. Но, опять же, мне нужен человек, который меня будет таскать на это все дело, чтобы я сама вышла из дома и пошла гулять. Да не в жизнь вообще. Я людей боюсь, улицы, что там делать одно, и непонятно. И скучно, и поделиться, главное, не с кем. Мне нужно взаимодействие постоянно с кем-то, с чем-то. Короче, дома это вообще не мой вариант. Я уже это проходила. Гончарно, крутой досуг. Да, у меня тоже такое было желание. Слушайте, желаний было много, а столько всего пропустила. Надо опять вспоминать, позаписывать. Горшки лепить хочу. Так. Нелли, болит голова уже неделю. Начала прорабатывать отношения с мужем, пытаясь не реагировать на его негатив. Либо начала водить машину неделю назад. Куда смотреть? Куда эти боли? Либо начала водить машину неделю назад. Ну, голова болит о какой-то нерешенной проблеме. Вот, например, у меня головная боль сегодня целый день, поэтому я не поехала в театр. Плюс еще кое-какие дела у меня сегодня дома. Я отследила. У меня голова болит о том, как бы наладить свой режим и заставить себя ложиться рано, спать ночью, как все нормальные люди, потому что я хочу быть нормальным человеком, а не инопланетянином ночным. И рано вставать, прекрасно вот этот вот рассвет солнечный, как я раньше, когда маленькая была, с бабушкой встречала. Блин, это просто был кайф. Я с тех пор не могу встретить рассвет и спать. С детства. Я мечтаю наладить режим. Моя голова болит, как это сделать. И каждый раз, когда я не легла спать до 12 вечера, я с утра просыпаюсь с головной болью. Неважно, во сколько я проснусь. Пересплю, не досплю, блин, я просыпаюсь. То есть у меня триггер срабатывает, если я не легла спать. Вот у меня головная боль именно на тему того, что я хочу себя натренировать. Ну, я же ленивая жопа. Заставить себя не могу лечь спать. У меня куча дел вечером. Сразу, резко, много. Я, блин, полночи начинаю какой-то фигней заниматься. Не, чтобы спать. То есть мотивацию не нашла. Но хочу. Вот эта головная боль все время мне транслирует, что ложись спать пораньше, ложись. То есть я не могу решить вопрос со своим режимом. То есть мне голова болит о режиме дня. То есть у тех, у кого особенно мигрени, это психосоматика, есть какая-то нерешенная проблема, есть какое-то желание, которое мы хотим воплотить, но вечно нам что-то мешает. И поэтому мы это желание переносим в головную боль. Поэтому я не знаю, где вам смотреть. Что вы очень давно хотите, что вы мечтаете воплотить давно, но по каким-то причинам не можете это сделать. Вот надо вот все-таки взять и сделать это. Раньше у меня мигрени, когда я не понимала, почему у меня мигрень, была через день. А бывало, что день не болит, 3 дня мигрень. День не болит, 3 дня мигрень. У меня прям несколько месяцев могли выпасть из жизни. Просто вот взять и выпасть из жизни, я ничего не могла сделать, что мигрень — это просто
Ты просто лежишь овощем, и все. Ты не можешь ни двигаться, ни есть. У тебя тазик под рукой, что ты блюешь, как не суслик, блин. И я не могла долго решить эту проблему с мигренью. А все потому, что я не сплю ночью. Блин, меня когда это осенило, сейчас я пытаюсь ложиться. И уже мигрень там бывает раз в неделю, там, или раз в две недели, или раз в месяц, уже меньше. И если я решу этот вопрос, все, башка больше болеть не будет. Вот такие дела. Так что это нерешенная проблема. Ой, посоветуй, пожалуйста, какую-нибудь дораму классную. Сейчас ничего не вспомню, я реально ничего не вспомню. Вообще ничего в голову не идет. Так. Все, ребят, пока.